Что, запись на эпического продвижения по мифическому рейтингу? Спасибо, что выбрали это замечательное видео для просмотра. А я постараюсь оправдать надежды и сыграть максимально аккуратно. Сейчас, соответственно, вывожу под удар то существо, которое мне не так хотелось бы. Не так страшно было бы потерять, как, допустим, биток, вот этот виртуозный осветитель. Уж очень он мне нравится. Ок. Взятие карты. Так. Это я как бы даже не особо-то уверен, что... Так, надо убрать вот эту штуку. Положить ману, сказать, что это зеленая. Положить пацана. Сходить в атаку. Тихо, скромно, без гонора. Были разные варианты развития событий. Две злодейки бегают. Ой, забавно, да? Вот эти злодейки какие. Так, что-то у меня тут зарядом. А, надо нажать на кнопочку волшебную. Окей, окей. Угу. Так, я вот даже вот себе боль сделаю. Чтобы злодейка... Не просто грустно ей было бегать, как злодейки. Так. Или это что? Ну, давайте я все-таки, да, по короткому пути пойду. А вдруг у нее есть удар... Этот, как-то там, игра с огнем. И я могу опрометчиво. Да, короче, я просто сбегаю в атаку. Тихо, скромно. Скину вот эту вот замечательную карточку. Какая прелесть. Нет, игры с огнем у нее нету. Поэтому напрягаем сейчас по максимуму, чтобы убить его за один ход. Скидываем это. Ну да, там, в принципе, он уже все понял. Огонь. О, красивый номер, сразу 900. Погнали дальше. Вот, честно, как бы там за один день очень... Маловероятно попасть в топ-250. За это надо просто вот идти сплошным, как бы, вином часа 2,5-3. Ну, сплошные победы, чтобы были 2,5-3 часа. А я вообще просто рассчитываю дейлики откатать. Поэтому посмотрим, насколько все будет. Ух ты, как быстро нашлась партия. Вот это как будто бы вырезано было из клейка. Так, о, смотрите, как плотненько идем. Играю с 853-м. Угу. А, ареночка благоволит, и мана есть, и третий, и первый ход, как бы второй раз, по-моему, я хожу вообще. Ну вот, как бы вот, тут есть свои минусы, это монорет. Ну, соответственно, монореда он нам есть что продемонстрировать. Ловушкин, Ловушкин, от Григорушкин. Чудовищная ярость, как наложу на кого-нибудь сейчас. Если там у меня понесется толпа. Нет, толпы не будет. Что-то он затеял.
Окей. Чудовищно, ярость не буду на это тратить. Момент. Такой просто второй ход на вторую партию подряд, такой наслаждаюсь болью. Что поделаешь? Хочешь ходить быстро, хочешь каждый ход быть агрессивным, возможно, приходится терпеть боль. Смотрим, есть ли у него более дешевые спелы. Нету. Гениальный ход, конечно. Поздравляю. Все равно потеряешь его при этом. У него настрой все равно вносить урон. Может быть, сдастся он, может быть, не сдастся, не знаю. Предположение было своевременно, прям как точно, так это... Прикольно совпало. Мне понравилось. Ставим лайк, если вам понравилось тоже, как совпало. Мое предположение с его самоуничтожением. Хорошо, мне это нравится. Сегодня же еще воскресенье, поэтому есть дополнительные 250 бонусов по XP. Соответственно, 4 победы, 1 level up. И, соответственно, это приятно. Более значимые дейлики именно в воскресенье. Всем рекомендую катать дейлики, особенно в воскресенье. Так, смотрите, арена просто такая, пожалуйста, катай, вот тебе еще один первый раз, первый ходишь, просто прекрасная. Так еще, если дадут ману зеленую, просто превосходно будет и существ. Я просто под выстрел сейчас подведу. Если поставлю осветителя. Пу-пу-пу. Я сыграю с сейфово. Блин. Опять нету. Ждем ману, ничего не знаю. Я подожду. Колода. Хорошая колода. Магетка уже даст... Ух ты. Давайте посмотрим, что у него в руке. Так. Спираль молнии, что ли? Хоть подороже будет. Так-то на все у него там есть. Геолог оценщик лучше. Давай сыграй спираль молнии. Тем маны нету. Поздравляю.
Чё, не идем в атаку? Нет, наверное, не идем. Стоим, ждем. Очень играем осторожно, потому что нужно. Эту зеленую ману бы мне и сейчас на стол было бы еще приятнее. Ну, у нас тут есть еще один план Б. Так вот нормально отстрелялись, в принципе, прям вообще понравилось мне. Так, ну, пожалуй, так, если он заблокирует его, то это вот недостаточно. Ладно, бегу просто одним. Очень надеюсь, что все делаю правильно. Так, это 10, и еще плюс 2 можно сделать, да? Получилось плюс 3 итого. Пунк. Пунк. Ну, как-то вот так вот приятненько, да? Не очень, если честно, прям по кайфу. И как я спрогнозировал его попытки меня зафиксить, и то, что я решил поддержать на руках существо, подождать маны, а это все оказалось сделано абсолютно правильно. Потому что если бы я на второй ход выставил существо, я бы его просто потерял. И дальше существ не приходило. Поэтому, если не дочувствуете, что надо подождать, подождите. Так. Погнали далее. Как быстро находится матч вообще. Это шедевральное что-то. Ой, оппоненты тоже такие нормальные. 600-й, 599-й. Прям плотненько, плотненько. Но тут явный мулиган, то что... И зацените, первый раз хожу, первый опять хожу, это потрясающе, это прям реально от души аренка, благодарю. Ну, естественно, я эту руку оставляю. Три маны, это просто прекрасно. Но я готов рискнуть и одну отдать. Так, скинем эту ману, логично, первую. А дальше, скорее всего, первый пойдет у нас портящие пикники. Так, вот, вот. И в такие моменты думаешь, блин, почему я скинул третью ману? Вроде все же было хорошо. Ну, как бы ничего страшного. Аренка даст, аренка любит. Аренка даст манку. Так, тут как бы классический минарет. Пум-пам, штрам, шок. Это маргинально. Так, аренка продолжает меня говорить, что зря я третью ману скинул. Вот реально, вот, кстати, думал, что надо было скинуть какое-нибудь усиление. Что-то, ладно, просто вот это вот как бы идеально просто убить за один ход.
Так. Гнев предков. Он ищет ремувал. Нашел ремувал. Он нашел игру с огнем. Вот это уже не маргинально. Это уже... На 8, на 10. Так. И мана. Хрен, не мана. Ну, это как бы все, приплыли. Не надо было скидывать третью манку, как говорится.